Всем привет, вы на канале Джирая, и сегодня мы поговорим о такой игре, как Saturn Arena. Что же это такое? Это новая игра, которая вышла 28 ноября 2021 года на блокчейне с возможностью вывода токенов. Токены у нас здесь называются GTHC. В эту игру возможно играть как на телефоне, так и на компьютере. Но токены возможно выводить только с компьютера. Сейчас один токен в районе $1 цена его варьируется. За что же получаются эти токены? За получение новых званий. Звания дают за победы, то есть набираете трофеи, вам дают опыт, звания. Также можно получать токены за NFT героев, которых можно было купить на пресейле. Эти NFT герои позволяют вам получать токены еще во время матча. То есть если вы ничего не платили, не покупали героев, у вас просто обычные токены за звание. Если у вас NFT-герой, то вы можете в каждом матче получить дополнительные пару токенов. Но проблема заключается в том, что токены можно выводить только при достижении звания бронза-1. То есть стоит немного поиграть, и вы поймете, что до этого дойти понадобится время. Где-то неделя, две, ну, кто как играет. Честно, я не знаю, буду ли заниматься этой игрой, но перспектива пока хорошая. Это все, о чем я хотел вам сегодня рассказать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, увидимся в новых роликах.